Всем привет! Отношения между Кариной Мишулиной и Тимуром Еремеевым нельзя назвать простыми. Заявление ведущего на самом деле о родстве дочь советского актера восприняла в штыки. Однако спустя какое-то время звезды все же помирились. Общаются ли артисты теперь, выяснили журналисты. После многочисленных разбирательств в эфире ток-шоу Тимура Еремеева все же признали внебрачным сыном Спартака Мишулина. На родство указали результаты ДНК-экспертизы. Дочь Мишулина в достоверности теста усомнилась, однако все же решила примириться со сводным братом. В 2017 году Карина опубликовала совместное фото с Тимуром, написав, что этот путь для нее был непростым, полным боли и обид. «Несмотря на это, добро должно побеждать», – начало положено, добавила актриса. Тем не менее, артистка до сих пор отказывается признавать Еремеева сыном Мишулина. Карина заявила, что официально родство не подтверждено. Отметим, что изначально Еремеев заявил, он ни на что не претендует, а просто хочет узнать правду о своем родителе. Для дочки Мишулина же мысль о неверности отца оказалась очень тяжелой. Сейчас ведущим на самом деле стал Еремеев, а публичные разбирательства между артистами прекратились. Мишулина заявила, она счастлива, что ей больше не приходится ходить по ток-шоу. Кроме того, в программе актера она бы никогда не стала сниматься. «Все эти программы про меня и моего отца вспоминаю как страшный сон», – призналась кинозвезда. «Да и как можно пойти к человеку, который растоптал имя отца и довел мою маму до инсульта?» Мишулина заявила, что не испытывает к Еремееву никаких чувств, ведь он втянул ее семью в грязь ради собственной выгоды. Добавим, узнав, что после громкой истории, связанной с Мишулинами, Тимур получил должность ведущего на Первом канале, Карина отметила, что его явно продвигали заинтересованные люди. Актрисе предлагали подобную работу, но с условием, что она признает Еремеева братом. Тимур, к сожалению, проиграл все суды. Дальнейшие рассуждения Тимура на тему родства со Спартаком Мишулиным ему законодательно запрещены. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!